Попутного вітру вам в сраку, дорогі друзі. Ну все, как бы все. Вот это я все посадил. Это, точнее, разломал. Это был пиздец. Ломал где-то 3 часа с половиной. Это все дело. Вышло 2179 семечек. Но я не помню, сколько до этого было. Но сейчас я это все дело посажу. И посмотрю, сколько останется лишнего. Вот, короче, нафармил 40 кристаллов. Еще, считайте, 5000 отнимите, я улучшил рюкзак, поэтому вот так вот. Я хотел, типа, в ускоренном режиме все это сделать, как я это ломаю, но пиздец, 4 часа это снимать. Там пизда, там 20-30 гигов, я такой, да ну нахуй, еще это, блядь, нет. Короче, я передумал. Ну, так что вот так вот, короче, сейчас посадим, посмотрим, сколько вейла вышло. Все, погнали, ребят. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Посадил, как говорится, будет расти огурцы, как говорится. Ну так вот, что произошло. Я забыл, что я там ломал, как бы, еще. И там как бы силой дропнуло, я про это забыл. Ну так вот, короче, вот это плюс на 190 сидов. Я думал, будет больше. Это 3 вордлока. 3 вордлока. Это мало, может за 4 продать. Но, короче... В сумме вышло где-то 24 ордлока. С учетом того, что я апал этот пак, так и выходит. Ну, короче, вот так вот. 24 ордлока за день можно получать спокойно. 2000 сидов, они недорогие, 200 сидов, 4 ордлока. Покупаете, фармите. Для начала самое оно. Я как бы пофармлю эту всю штучку, не знаю, может месяц-два. Я думаю, будет нормально. Как раз пару делоков насобираю. Ну, короче, способ во вообще нормальный такой. Покупайте пейпер и радуйтесь жизни. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока.